Завтра в городском краеведческом музее начнет свою работу выставка из фондов музея села Аксарка Приуральского района. Во всех нарядах «Красавица, ты хороша». На ней представлено более 50 предметов женской одежды и аксессуаров коренных народов Севера. Побывать на выставке еще до открытия удалось моей коллеге Дарье Самородовой. Такую выставку городской краеведческий музей представляет впервые. Более 50 экспонатов, и все они относятся к предметам женской одежды и аксессуарам. Изначально одежда служила человеку лишь средством защиты от неблагоприятных условий погоды. Но со временем ее стали украшать, появилось разделение на наряды повседневные и праздничные. Причудливый орнамент, меха и бусины по качеству исполнения работы судили о хозяйке чума. Умение шить всегда считалось главным достоинством женщины. Костюмы из представленной коллекции – это традиционная одежда ненцев, ханты и комизырян. Они украшены в разных ювелирных техниках из различных материалов. Плюшевый жакет, платки, яркие сарафаны глухого покроя, кисы, кокошник. Например, традиционный ненецкий костюм отличается от других изобилием меха и специальными украшениями. Коренные народы Севера верят, что блеск и звон металла отгоняют злых духов. Очень уникальные костюмы, уникальные предметы обихода, это сумки, орнаменты, платки. Да, предметов немного, их около 50, но на них стоит посмотреть. Это не предметы современного быта, шиты они, есть предметы начала 19 века, предметы шиты настоящими мастерами. И несут, конечно, очень большой эмоциональный такой настрой. На выставке представлены также и аксессуары. Кожаные сумки, например, уникальны тем, что украшены бисером, царскими монетами, армейскими пуговицами и даже медалями. Увидеть всю эту уникальность и красоту эксклюзивных нарядов северных красавиц можно уже завтра, посетив городской краеведческий музей. Кстати, Лабытнанги и Аксарка продолжат сотрудничество. И в ближайшем будущем любители искусства ждут богатые экспозиции рыболовства и предметов быта из дерева. Дарья Самородова, Эдуард Захаров, программа «Время местное».